Всем привет, с вами Джека Плей, и мы продолжаем играть в The Sims 4, дополнение на работу. Наши симы уже встали, как вы видите, Кейтлин заправляет постель, а Майк уже встал. И сейчас Майк уже через час отправится на свою службу в полицейский участок. Как же это круто. Давайте продолжим играть. Я их уложил, как вы видите, пораньше, ой, то есть я поиграл немного, уложил их спать, потому что, ну, чтобы пораньше начать, то есть уже утром начать. Короче, неважно, позавтракать. Давайте подадим яичница болтунья. Ты, Сала, ты должен вкусно попитаться. Давай ты сейчас, наверное, возьмешь, сходишь в туалет, воспользуешься. Кстати, смотрите, я тут покрасил еще, вот так сделал. Просто неровности были, я вот так решил сделать. Ну, более-менее так красиво получилось. А здесь я так оставил гравий. Думаю, гравий будет классно. Ну вот. Почему ты не готовишь? Вот ты лентяйка, вообще ничего не хочешь готовить. Я потом решу, может быть, из-за того, что такое расположение плиты, может быть, из-за расположения плиты. А что я сделал? Почему плюс? А, все понял, почему. А, вот оно что. А почему так сделано? Сейчас это изменим, я думаю, да? Разница-то разная, одинаковая. А почему он решил сделать так именно? Этот чувак, у которого я дом качал. А я думаю, почему они не готовят? Теперь понятно, почему. Вот так. О! Ну, круто же получилось, мне кажется. Все, давайте играть. Ой, только я ничего не переставил. Все. Вот теперь она готовить точно будет, потому что из-за того, что эти шкафы, там, может, проблема какие-то с ними. Бери салат, кушай, короче. Тогда уже салатом попитаешься, на работе покушаешь. Если там, конечно, есть можно. На работу ровно 8, да, я так понимаю? Да, отлично. До работы 2 часа. Почему? Уже не 2. Уже 1 час остался. Смотрите, сейчас будет 1 час. Ну? 1 час до работы. Майк должен приступить к работе через час. Отлично. Кстати, у них уже отношения более-менее налажены. То есть, они кокетничали. Я вот, получается, отошел от компьютера, мне надо было кое-что сделать. И я их оставил, они там слушали музыку, танцевали. Они так кокетничали, вы бы это видели, это так круто было. Ну вот, а потом они легли спать, ну вот и, собственно, утро, и мы уже сидим за столом и кушаем. Давай быстрее кушай, тебе на работу пора скоро. Так, у тебя душ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тебе надо принять душ. Он не доел, ну ладно. Ну как всегда, мужчины не доедают. Это ихняя сила, всегда говорили мне родители. Это твоя сила, не доедаешь, или что-то такое. Вот то же самое и с ним, походу. Тихо, а почему? Он так помылся быстро, что ли? Он не может помыть. Вот. Долг зовет. В мире полно грязи и преступности. Майк должен исполнять гражданский долг. Хотите присоединиться? Или Майк отправится на работу самостоятельно? Конечно же, присоединиться. И мы попадаем на участок. Добро пожаловать на службу. Пора начать бороться с преступностью. Первым делом стоит воспользоваться компьютером, чтобы получить дело. О, круто. Он в костюме. Посмотрите, как... Вау, как круто! А так понимаете, здесь написано полицейский участок. Давайте его смотрим. Ой, какой он красивый. Ой, как классно сделано. Блин. А еще в подвал там есть, да?
нет подвала? А, вот где преступники, да, сидят? Ой, круто, за решеткой. Офигеть, смотрите, они сидят. Офигенно. Блин, как же круто. Что у нее такое случится? Заботиться о себе. Так, какой поболтать? Ты чё? Так, тебе нужно... Сейчас я думаю, куда прийти. А, вот, компьютеры стоят. Это кто? Начальник. Вау, круто. Офигеть. О, кстати, красивая. Прикольно, что здесь все так сделано. А почему компьютера нет? Тут есть дополнительный компьютер? А, вот он есть, да. Так, получить дело. Давайте получим дело. У нас же дело надо получить. Да. Там не написано, написано просто прийти на работу. Давайте получим сейчас дело. Видите, у нас как миссии, как на этом. А, когда мы проводим вечеринку, также миссии отображаются. Вообще классно. Сидят, все работают, это кто? Детектив, секретарь, ассистент. Круто, а я курсант, да, получается? А это кто такой? Лаборант. Что, ты получил дело? Помочь в исследовании места преступления. Прежде чем начать заниматься своим собственным делом, следует достигнуть азы работы. А, постигнуть, простите. Азы работы. Помогите опытному детективу исследовать место преступления. Воспользуйтесь схемой преступления, чтобы отправиться на место преступления. О, как это все. Сейчас задание поменяется, да? О, отправиться на место преступления. А где у нас... О, вот у нас схема преступления, так понимаю. Вот, отправиться на место преступления. О, круто! Какая музыка была, ужас! Место преступления. На место преступления вы можете искать улики, которые помогут вам найти подозреваемого. Исследуйте испорченные или украденные предметы и ищите улики на земле, чтобы получить еще больше подсказок. А также поговорите с свидетелями, чтобы оставить отчет о том, что произошло. Ой, круто. Так, собрать улики. Смотрите, как классно. Блин. Это, получается, я так понимаю, создается, да? Типа домик или как? Вот Наталья Петрова. Так. Искать улики. Так, искать улики. Потом, что у нас еще? Получить заявление от свидетеля. Так. Взять заявление. Ну, здесь только грязно. Мыть пол. Нет, не буду я. Его пришли и украли. Полина предоставила ценную информацию о преступлении. Отлично. Фотографировать место преступления. Так. Искать улики. Офицер. 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 А, получается, и это тоже офицер, да? Нету. А как сфотографировать? Фотографировать. Может так? Только я не знаю, как это фотографировать. Это тут было место преступления или где? Я не знаю, где место преступления было. Давайте выйдем. Так где преступление произошло? Еще бы разобраться здесь. Давайте здесь поищем. Так, искать улики. Сложновато как-то, я хочу вам сказать сначала. Я думала, это будет легче. Нет, 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 это очень тяжело и очень интересно. Так, давай. Во! Так. Взять фотографию улик. О-о-о-о-о. Отлично. Образец улики. Багаж был добавлен. Образец улик. О, круто. Давайте тут посмотрим улики. Ты чё, офицер? Наталья Селезнёва.
здесь нет ничего. Давайте посмотрим еще. Во, вот здесь улики посмотрим. А место преступления это где надо сфотографировать? Я не знаю просто. Еще бы найти. А что она такая грустная? Вот. Так. Ой, какой идти? Взять образец улики. Давайте еще тут поищем улики. Это что, спички? Да. Нет, здесь ничего нету. О, вот здесь вот. Искать улики. Давай, ищи, ищи, ищи. Мы должны выполнить это задание. О, 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 о. Ого. Ну все, в принципе, мы выполнили задание, мы собрали все улики. А почему? А, только взять одно я могу. А это сфотографировать получается. Понятно. О, еще вот здесь можно поискать улики. А вот сфотографировать. Подожди, место преступления. А, это вот эти, которые мы фотографируем. О, круто. Здесь ничего у нас нету. Угу, понятно. Так, где у нас еще может быть? Вот, вот, вот тут. Мы с ней знакомы были, помните ее? Я помню ее. Мы еще с ней общались, она цветы поливала. Ламина Галпа Ватини. Ино Планар. Нулец. Ау, Джарбин Декул. А, это газон такой. А, нет, вот. Взять образец улики и сфотографировать улику. О, все. Отлично. Все, мы выполнили все задания, вернуться в полицейский участок. Сейчас мы вернемся в полицейский участок, и я присоединюсь опять. И будем, короче, играть. Ну все, мы прибыли в полицейский участок обратно. Так. Вы собрали улики на место преступления, теперь пора найти подозреваемого. Воспользуйтесь химическим анализом и компьютером, чтобы проанализировать улики, найденные на месте преступления. Есть шанс, что вы найдете информацию о том, кто совершил преступление. Вау! Круто! Пойдемте. Получается, нам сейчас она сюда. Анализ. Классно сделано вообще. Привет, офицер. Вау, обыскать можно, круто. Получен навык логики. Ну, это уже все знают, то, что есть навык логики. Как же это все круто, блин, меня аж завораживает. Прикольно сделали, мне нравится. Ну, как всегда, не очень реалистично, но все же это классно. То, что можно работать, смотреть, искать улики, делать эксперименты, то есть находящиеся улики можно... Короче, я не могу передать это словами, это очень круто. Ну что, нашел что-нибудь? Отличная работа! Анализированные улики с места преступления даст вам... Анализирование улик с места преступления даст вам подсказки о том, как найти подозреваемого. Когда вы начнете вести свое собственное дело, вам придется проанализировать огромное количество информации до того, как вы сможете найти подозреваемого. А пока воспользуйтесь компьютером, чтобы подшить улики к делу. И ими уже займется старший детектив. Отлично. А компьютеры все заняты, что мне делать? Подшить улики к делу. Давай, дай нам компьютер, пожалуйста. Смотри, какой классный офицер. Ой, я тоже хочу офицером быть. Ну не злись, не злись, я тебе улики нашел. Найдем твоего там похитителя или преступника, что он там сделал, совершил. Ой, как круто, смотрите. Ну что, ты подшиваешь, я так понимаю? Отличная работа. Найденные улики помогут детективу
отвечающему за дело раскрыть преступление. Когда вы получите свое собственное дело, вам придется самостоятельно разбирать улики, но это понятно. Завтра вы узнаете про другие этапы раскрытия преступления. А пока потратьте немного времени на регистрацию преступников в полицейском участке. Ой, круто. Сердитый. Квексел, босс? Что он говорит? А, болтает. Давайте его как-нибудь успокоим, что ли, поднять настроение. Так, сняйте отпечатки пальцев. Че они такие все грустные ходят? Ну что это, у вас работа же такая веселая вроде. Вау, как круто сделано. Тут можно еще, получается, посидеть, тут покушать. Ой, у него гигиена. Есть ванна? Тут должна быть ванна. О, отлично. Давайте примем душ. Примем душ, пойдем сейчас. А потом найдем людей, у кого можно взять отпечатки пальцев, потому что нам нужно отпечатки пальцев взять. Ну вот, по-моему, у них можно, да, взять? Да. И у нее. Эх ты, Лидия Филатова, как тебе не стыдно? Но все равно круто так смотрится. Ну что, моешься? Давай быстрее. Помойся, и потом... это типа вот эти... Типа... Ну, до красоты сделано, понятно. Че, помылся? О, отлично, все, давай, отправляйся. Мне просто интересно, что у меня написано? Наверное, тоже как-нибудь офицер или что-нибудь такое? Да подожди ты. А, курсант я. Ну, даже... офицер, конечно. Мне еще до офицера, ого, сколько идти. Это получается здесь, да, отпечатки пальцев берутся? А допрашивальный стол вот здесь. Круто. Почему не сбегает? Было бы круто, если бы он сбежал бы. Как реально это в мире. Было бы круто. Чиноса? Ем домиба бредно! Стубиша. Давай, запереть в камере. А что здесь? А, это обычная дверь. Доктор Шрукс. Дорукста. И давайте сначала ее обыщем, а потом заперем в камере. Надо было это раньше сделать, что-то я не сообразил. О, гражданин. Ого. Ого, сколько ножей у нее. Она серийная убийца, походу. Офигеть, сколько у нее всего. Сколько всего. Он достал. Офигеть, из нее. Что? Тщательный обыск. Так. А теперь его еще обыщем. А сейчас сфотографировать надо было. Ой, какой я странный человек. Надо было это все сразу сделать и все, и не париться. Ой, время заканчивается, надо быстро это все сделать. Ну, хотя бы сейчас еще одну миссию выполню. О боже. Фонарик, что ли, был?
Блин, как же круто это все. Мне так нравится, прикольно. Ты чё стоишь, смотришь? Майк заканчивает работать через час. Ему пора завершить все дела на работе. Сфотографировать. Мы кого осматривали? Сфотографировать вот этого. И потом запеть в камере. Круто, с карточкой. Так. Взять заявление. Давайте возьмем заявление у него. Кто он странно одет? А, хотя это бандама, если... То норм. Норм, норм, норм. Давайте посмотрим. Здесь типа зеркало. А здесь видно все. Как же это круто. Офигеть. Мы успеть должны, успеть должны. Еще успеем поговорить даже, наверное, с ним. Да, я шел, и меня обокрали. О, все, мы выполнили все дела. Отлично, практически. Мисс Пушинка снова забрался на дерево. Знаю, вы сказали, что этот раз был последним, но все же не дадите ей умереть с голоду, офицер. Круто. Кошка, я так понимаю, да? О, смена окончена. Майк сегодня отлично поработал. Похоже, в будущем ему... сулит значок побольше, побольше должности, повыше. Что-то такое. Заработал на денег 234 миллиона. Отлично. Уйти с работы. Ну вот, собственно, думаю, закончим на этом серию, потому что она получилась очень большая, интересная, такая позитивная. Мы отправились в участок, обыскали людей, сделали фотографии, ходили на место преступления. Это ж так круто. Блин, ты... Вот в жизни реально ты, может быть, и не можешь этого сделать, а вот в игре ты можешь. Это же так круто почувствовать себя полицейским. Думаю, она вам понравилась. И я думаю, то, что на следующий день в полицейском участке будут уже другие действия. Если это будет одно и то же, то это будет скучновато. Но я думаю, будет все равно все интересней. Так что, если вам понравилось, то не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал, чтобы не упустить следующий летсплей, потому... Ну, то есть серию. Потому что я серии... буду часто очень выкладывать, так как дополнение новое и очень интересно играть. Так что всем спасибо, всем пока.